Всем привет, дорогие зрители, и с вами Родригес. Мы продолжаем выживать в Far Cry 4. В этой серии мы, конечно, будем продолжать дальше открывать карту, проходить и захватывать, значит, аванпосты, проходить дополнительные миссии. Ну и также мы будем двигаться по сюжету плавненько и красиво. Ну что ж, в прошлой серии мы захватили аванпост. Был у нас такой эпичный выстрел в прошлой серии. Но в этой мы что сделаем? Давайте посмотрим. Вот я скоро продолжу борьбу. Вижу, сидит девушка на полу, и у нее есть задание. Это солдаты армии короля выгнали женщину из дома, жизнь. Перестреляли всю ее семью. Отомстите за невинных, убейте командира этих солдат из пистолета. Сфотографируйте его тело, чтобы доказать, что дело сделано. Давайте посмотрим. Что случилось? Помочь? Убей его! Пусть он горит в аду! Эта армия зазывала нас к себе, но мы отказались. И они перебили всех. В общем, там всех перебили, нужно нам отомстить. Да, конечно, не бесплатно. Так, продаем все, что не нужно. Покупаем бронежилет, здоровье. Так, остальное у нас есть. Так, боезапас мы пополним. Кроме меня. В общем, мы готовы. Так жаль. Он отобрал наш дом. Я могу показать. Я пыталась его отбить, но все бесполезно. Отобрали дом. Он посмеялся и сказал, что так. Будем восстанавливать справедливость. Так, ну что, давайте двигаться. Двигаться будем мы в сторону нашей желтенькой точки. Берем машину. Вперед. Путь дорогу. Так. С вами Рами Рейрана. Что? Это не проблема, потому что нас, наш диджей опять. Уху! Да. Водить в керате одно удовольствие просто. Потому что... Хотел сделать красиво. Но получилось как всегда. В общем, ладно. Машина застряла. Пробежимся пешочком до следующей нашей... Вообще люблю бегать, потому что постоянно что-нибудь да и находишь. Так вот бегом даже бежишь, так. Ага. Ну что, давайте поменяем наш этот ствол на пистолет. Пистолет. Чик. Так. Именно надо из пистолета завалить. А кто тут у нас есть? Ага. Я вижу здесь двоих охранников. Убейте командира именно вот из пистолета. Где командир? Наверное, дома где-то открывается. Засел дома. Не видно. Пойдем. Так, вот еще один. Там кто? Что там кто-то есть? Я вот вижу тень, а почему-то не отмечается. Ну, кто ж там, непонятно. Давайте пробежимся. Утро в Керате начинается, ну, стандартно. Сразу надо кого-то валить, прессовать. Так, значит, работают ребятки, впахивают. Тихонько подкрадемся. Так, так, так. Так, нас тут может заметить. Немножко мы не будем сейчас спешить, сделаем все грамотно. Сегодня особый день, у меня предчувствие.
Предчувствие у чувака. Интересно, подведет его, нет? Предчувствие. Надо же, сколько же ему уже раз повезло. Ну, главное то, чтобы дальний отошел, чтобы не поднял панику. Я хочу все тихо сделать. Ну, чем можно было бы красиво, конечно. Но задание такое, что нужно втихаря. Давайте попробуем. Эх, гад, все равно заметил, а? Вперед! Пошел, пошел! Так, так, тебе так. Не жить. Эйгон Минфар! Тебе не жить! Нифига себе! Что это было-то вообще? Пистолет такой чмошный, вот честно говоря. Вообще попасть нереально просто. Выходи, дай я тебя убью. Вот так тебе. Короче, коряво получилось. Ну что ж, мы выполнили все равно задание. Бог с ним. Выполнили, и ладно. В общем... А, нужно что там еще сделать? А, сфотографировать надо еще, да? Ну, давайте. Сфотаем. Сделали фотку и задание выполнили. Прекрасно. Задание выполнено. Где-то здесь сундучочки еще есть. Мне этот пистолет вообще не нравится, честно. Какой-то он не очень. Давайте его поменяем на калаш. Вот, калаш есть калаш. Так, а это что? Дробовичок, ух ты. Вообще шикарно. Шикарная штука. Дробовичок и оставим. Так, давайте мы рассмотрим, какие здесь у нас есть припасы или что-то здесь у нас припрятано где-то. И побежим. Опа, кабана. Кабана сожрали собаки. И чё он валит? Вообще красиво. Опа, кто-то нас тут запалил. Ну, сейчас ты попадешь на горячую руку. Уху. Его что, волк сожрал? Он хотел сказать... Не, издалека волки... Вообще, по волку даже это самое... Плохо попадает. Бежали. Волки. Короче, так мы не нашли. Поехали на этот захватывать аванпост. Не будем отвлекаться на всякие мелочи. Опа. Беззаконие, что ли? В этот раз тебе повезло. Чё тут? Уху. Я двоих сразу на машине сбил. Прошу. Ты мне хочешь от меня отблагодарить? Или что так? О, 4500 бабоса. Ну-ка стоять. А, блин, гады. Уехали. Дробовик, конечно, хорошая штука, но издалека вообще стреляет. Очень плохо. Что тут у нас есть? Есть новости от Арджуна. У него еще винокурня. Под Шанатом. Говорит, что армия под контролем Нур собирает всех, кто гонит Ракши и отправляет в какой-то лагерь. В общем, наш аппарат я спрячу, вдруг Люли де Плюра нагрянут. Если что, он в пещере на холме за семью сокровищами. Не забудь сжечь эту записку. Ха. Сжечь записку. Умел бы я. Сжег бы. Ну-ка. Нифига себе.
Слушайте, просто с любопытства стрелял. Самогонные аппараты? Самогонный, это был самогонный аппарат. Блин, что же я наделал? Что же наделал? Мужика оставил без самогона. Блин. А лучше бы... Я бы его защищал бы тогда уж. Он сейчас будет сидеть горем убитый. Ехал тут какой-то, задавил двоих. Прочитал записку. И... взорвал самогонный аппарат. Ну что, мы приехали, значит, к лагерю нашему. Так. Вот наш... лагерек, в котором мы сейчас будем всех вырезать, валить. В прошлой серии я прошел все тихо. Тут не знаю, как в это сделать. Может быть, строить здесь беспредел? А? Как вы думаете? Что мне сделать? Так, вон там на крыше у нас есть. Тут у нас тигр. А. Так. Давайте я сделаю что? Выпущу тигра, дам им возможность нажать на кнопку. Пусть приедет братва. И мы посмотрим, что будет. Кто выживет-то, собственно. Так. Вперед, быстрее! Я убью тебя! Блин, медоеды еще. Слушайте, вот это да. Короче, я вам устрою просто ад, ребятки. Подкрепление приедет, мы его и ждем. Идем на своих двоих. Так. И чё все туда не зашевелились-то? Смотрите, чё. Загорелся у нас, значит. Вот так вас подпалили. Чё, где вы тут? Я сейчас вам устрою вот, вот таким образом. По-наглому вообще заходим и валим всех. Вот так вот. Просто вынесли всех. Ну что ж, надо вносить разнообразие просто. Выпустили тигра. Пожар! Пожар! Пожар. Ну да, есть немного. Вот это мы зарубились. Зарубились. Ну, я думаю, в будущем будет еще красивее, потому что аванпосты с каждым разом становятся все сложнее и сложнее. И поэтому... мы будем все изящней с каждым разом. Я думаю, проходить эти Утрицы! Задания. Ну, отца за что? Так, ну тут опять как кого-то убили. Так, продаем все. Продаем, покупаем. Покупаем. Так, броник. А, купили мы. Наемников, давайте в следующий раз мы... Давай.
Привлечем наемников. Так, это его. То же самое, зачем, да? Ну, короче, однотипное задание, поэтому только мы только что проходили что-то подобное. Я предлагаю как-то вот по-другому. Ух ты, у них был здесь пулемет. Так, что тут у них есть? Ага. Что-то где-то бегает лев, что ли? Игорь, нифига. Я думал, он меня сожрет. Бенгальский тигр. А, кстати, сумка с тяжелыми боеприпасами, мы ее расширяем. Сумка с тяжелыми боеприпасами. Мы, по-моему, уже это уже делали. Ну, странно. Ладно. Расширили дважды. И мне показалось, уже такое было. Наверное, я немножко запутался. Так, навыки. Давайте посмотрим. У нас одно очко навыка есть. И что мы можем на него приобрести. Так, теперь вы можете приобрести в магазинах разрывные стрелы, огненные стрелы и улучшения для взрывчатки. Два нужно очка, да? Так, а здесь под действием этого инъектора вы быстрее бегаете, плаваете и дольше дышите под водой. Давайте, возможно, где-то на миссиях у нас получится. Так, давайте выберем вот это. Ну что, куда мы пойдем дальше? Давайте посмотрим, куда можно отправиться еще. Сорвем плакат. Я думаю, мы можем отправиться на задание. Какое задание мы можем взять еще? Что мы еще не проходили? Уничтожить тяжелое вооружение, вражеские конвои. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, он что, передвигается, что ли? Уничтожить вражеский конвой. Посмотрим, как оно будет. Поехали! А мы едем за туманом. Сигнал не остановить. А вы слышали про пещеры, где Луна устраивает свои междусобойчики? Вообще, между собой... Что это было? Но я сейчас не про поход, друзья, не чай. Как-то резко так. То, что здесь творится, это тайна. Я здесь разрушил пищу, бы я заведу программу на свободном радио. Да еще и даром. И походу двигается, это... Вражеский конвой, он, конечно, ездит, да? Так... Мы можем его как-то вот перехватить его. Что-то можно было, да? Вообще надо, наверное, его перехватить как-то вот. Так, в обратную сторону и налево, да? По этой трассе. Сюда, так, налево. Еще левее, вот сюда куда-то. О, вот так вообще. Хорошо. Мы что, прямо и на таран друг другу едем, получается, да? Или нет? Самый обычный. Да, я люблю водить. Да что? И основные позы. Классическую собачью. Так. Вроде приближаемся. Да ладно, что там? Ты что, не извиняешь, что покрутился? Ты же не будешь скорострел. Походу мы едем друг другу навстречу. Машина уже на ладан дышит. Так, и второй раз. Взрываем просто напрочь все.
Наша машина где? Укатила. Надо же, они успели одного нашего завалить. Все горит, правильно. Что бы ты сказала что-нибудь? Опа. Чистая работа. Снесли, и машина заехала прям в огонь. Загорится? Взорвется, нет? Так, мы заработали денежки. Нет, машина, кстати, ничего с ней не случилось. Как ни странно. Как ни странно. Ну вот таким вот макаром. Вот так вот мы и живем в Far Cry. Да, слушай, здесь опять. Что, давайте, может, починим ее немножко. Вообще, хорошая тачка, потому что наверху стоит пулемет. Мне вообще классно ездить. Поэтому мы поедем дальше на ней. Ну что ж, значит, мы посмотрели, как ограбить, значит, или уничтожить, вернее, тяжело вооруженный вражеский конвой. Давайте мы двинем дальше. Поедем мы наверх. Поедем наверх. Вот сюда. Захватим еще. Я думаю, надо двигаться выше. Потому что нам открывать надо карту вверх. Вперед, вперед. Опа. Фига вы оборзели. Вы подумайте, хорошо ему вести эфир из бункера. Ничего не поделать? Не могу ходить по нужде, а мы... Так. Вот так тебе. Вообще классная штука. Всем советую. Приобретите себе такую штуку. Следующий аванпост. Машина дымится, такая шатанная в дребезги уже тачка. Так, там идет какой-то дым. Что бы это значило? Так, здесь слон. Ага. Давайте попробуем, не знаю, на слоне заехать, что ли. Ни разу не ездили на слоне. Давайте попробуем на слоне захватить аванпост. Всех отметим хотя бы приблизительно. Вот здесь есть. Где тут еще кто? Ну-ка, давайте гранатку там. Еще одну. Все. Еще кто-то тут есть. Слоне там мы заехали. Сейчас мы вообще тут валить будем на раз. Страшно, страшно, конечно, им. Че как? На слоне такой маньяк-убийца. Более начался здесь сразу пожар. Ну где ты? Где ты ныкаешься от нас, а? Или он там сгорел уже? Чё, все что ли здесь? Придется мне его искать. Наверху, наверное. Я не боюсь.
Взять его! Давай, залазь уже. Что-то я... Я тебе рожу отстрелю! А, вот ты где! Интересно. Надо же, спрятался в крыше. А можно было красиво съехать на тросе прямо к нему туда. Вот он, трос идет. Да, неплохо было бы. Вот каждый аванпост, он уникальный. Там интересно. Но мы тоже ничего так. Теперь люди короля знают, что их не укроют даже аванпосты. Им страшно должно быть. Отлично. Теперь Амита и Сабал будут выяснять... Фух, ну что, мы сегодня порезвились. Вообще неплохо, я бы сказал. Захватили. Два аванпоста, выполнили задание, разграбили вражеский конвой. Я думаю, в следующей серии мы пойдем наверх и будем же двигаться к нашему сюжету. Потому что аркад частично состоит из таких вот захватов, поэтому хотелось тоже... посмотреть, поиграть именно в это. Ну что ж, дорогие друзья. Так, здесь что-то случилось у нас. Извиняюсь. Чуть слона. И чё, ну, шатал тут улетел вообще просто. Смотрите. Квадроцикл ушуршал вообще за горизонт. Слон, конечно, молодец. Ну что ж. Классно. Я доволен, в принципе. Здорово. Мы сделали все. Думаю, следующая серия будет еще круче. Вот приехали к нам ребятки. Такие музыкальные. Вот. Ну что, дорогие друзья, давайте прощаться. Увидимся в следующей серии. С вами был Родригес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам всем желаю удачи, успеха. Ну и всем пока!